Запасайтесь валидолом, господа. Он вам понадобится в ближайшие полтора часа. Челси против Манчестер Юнайтед – это игра, которая не оставит ваше сердце равнодушным. С этим ударом игра стартовала. Замечательно. Арбитр еще не объявил, он только остановил матч. Вот если бы, допустим, у него была желтая, да, арбитр чаще всего думает, а показывает ли вторую? Думаю, что показал бы в этот раз. Да и я не сомневаюсь, потому что здесь, кроме как горчичником-то и... Вперед! Спокойненько закатывает мяч в сетку, издевательски просто, но ведь ему позволили это сделать, да, позволили получить мяч и иметь время для того, чтобы продемонстрировать свое всем известное громадное исполнительское мастерство. Да, техничный парень, такой прямо и на выдумку хорош. Свисток мы слышали, сейчас посмотрим, что судья присудит. Наработал на 100% на этот горчичник игрок в эпизоде, может быть, даже чуть-чуть больше, то есть с запасом идет. Перерабатывает, можно сказать, но ничего, у судьи... Решение в пользу Челси. А в следующий-то раз судья его и не помилует, наверное. Ясное дело, если так грубо играть, то рано или поздно напоришься не на горчичник, а на что-нибудь поострее. Ничейный результат на табло уже высвечивается. И вот оно исполнение. Причем исполнение, которое приносит ни много ни мало гол. А вратарю остается только расстраиваться, что у игрока такая холодная голова. А после первого на табло ничья. И вот сейчас очень важно, кто из тренеров сумеет найти что-то этакое, чтобы вот сместить равновесие в игре в свою сторону. Ох, Юра, хочу тебя расстроить. Есть у меня подозрение, так как тренеры грамотные, что каждый из них что-нибудь найдет, и продолжится такое же точно бадание, но уже на новом уровне. Свою команду вперед! А вот и дубль! А вот и дубль! Да посмотрите, какой красивый вышел второй мяч! Это гол Руни! Такой раз! А надо ли приукрашивать?
И это гол! Гол! Нестандартная ситуация с нестандартным, непредсказуемым финалом. Вот ведь как хотел прорваться к воротам. Ни защитники, ни вратарь его остановить уже не могли. Мог бы быть, если бы не вратарь. Маленькая пауза перед подачей углового удара. Ожидает угловой удар. Посмотрим сейчас, насколько команда отрабатывает на тренировках угловые удары. Исполняет, что называется, игрок, буквально закатывая мяч в ворота. Издевается. Гаденыш, бронебойная команда. Они сравняли счет. Отыгрались под самый финальный свисток. Можно сказать, что соперник Челси успокоился, но ведь смотрите, какая плотная игра, какая борьба. 90 минут сразу введя мяч в игру. Да, но спешка — это не самый лучший советчик, а иначе нельзя, времени уже не остается. Я думаю, что игроки Челси еще и праздновать должны как можно больше. Праздную минуту арбитр добавит полминуты. Примерно так. Да, Челси очень сильно удивили своих соперников сегодня. Теперь слово берет судья. Вот как часто бывает, когда ничья и несколько минут до конца катают мяч и ждут, боясь проиграть. Но, по крайней мере, одна команда рискнула. Другая оказалась к этому не готова. И наградой стал гол. Это не руководство к действию. Это не средство, которое поможет на последних минутах каждого матча. Но когда это случается, сходится и резонирует, это безумно красиво. Да, такая концовочка дорогого стоит. Даром, что канал-то наш футбольный платный. Спасибо за то, что были с вами. И командам, и вам, уважаемые телезрители. Комментатор Юрий Розанов. До встречи.